Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Гильзугенова. Живу я в Сибири, еще раз напоминаю. Вот сегодня 1 сентября я решила показать еще небольшой обзор томатов, какие у меня наросли. С этой теплицы я уже собрала ведер 5 красных томатов. Конечно, я не знаю, как, если на такую теплицу, она у нас не очень большая, 4 на 6. Это вроде и не сильно много, но томаты есть, томаты есть. Вот особенно я хочу выделить вот такое, как гусиное яйцо. Я здесь, конечно, говорю, уже снимала такие красные. Какие кисти большие, хорошие, прям вот хорошие. Так, выделить. И вот такой вот шедевр, как космонавт Волков. Это надо такие крупные томаты. У меня, можно сказать, такие редко бывают у нас там. Сильно не разбежишься в Сибири. Вот. Очень. Кисти, главное, большие. И считать, вот здесь вот 5 томатов, и все они большие. Вот. Ну, я еще раз повторю, что я уже здесь снимала. Вот такой вот шоколад нарос. Шоколад. Это американец, полосатый шоколад. Вот такая огромная помидорина. Вот какие они уже спеют. И я спела и уже снимала. Мы ели вовсю. Вот какие большие. Ели вовсю. Так, ну вот такой томат. Я вам, если кто со мной на канале видел, как я его всегда ругала, говорила, больше не посажу. Я его, наверное, правда больше сажать не буду. Но он и так вот интересный. Желтенький, оранжевый с фиолетовым пятном. Стал уже краснеть маленько. Покрупнел. Ну вот эти вот, они мне все время нравятся. Это японка. Так, это я уже говорила, мне перепутали семена и дали вместо чиосан биколор. Прямо такие сладкие, хорошие помидоры. Они, конечно, навязались не очень, но вот здесь даже он какие крупные. И внизу были крупные, я собрала уже. Ну, их не так много. А вот у меня, значит, это Марина Роща. Марина Роща мне тоже нравится, он здесь какие... Большие, крупные, и до самого, вот если там можно, Витя, показать, до самого верха. До самого верха. Ну, это, конечно, мне нравится. Вот, посмотри, Тарасенко юбилейная, это одна кисть. Я здесь уже срывала, еще раз скажу. Это вот такие вот, вот такими кистями он растет. Но интуиция, это есть интуиция. Нижние уже все сорваны кисти. Интуиция есть интуиция доверху. И вся вот доверху еще вяжется. Я ее прищипнула, потому что когда расти уже сентябрь месяц. Вот. Ну, вот такие, вот такая интуиция хорошая. Она мне радует. Радует. Ну, какие еще показать? А, вот еще хочу показать. Вот такие, как черный принц. Вот их. Два томата по 2 ствола. 4 ствола. И вот он прямо такой навязал. Спит. Ну, ничего. Ничего. Ну, это тот же Тарасенко. Вот такие кисти у него. Такие огромные кисти. Вон какая. Это тоже все одна кисть. Одна кисть. Там хурма. Ну, в общем, это малахитовая шкатулка. Посмотрите, какие огромные. Тоже томаты. Огромные. Но они, конечно... Спеют потихоньку. Спеют. Это вот он уже начал созревать. Они спеют. Мы уже их едим давно. И зефир в шоколаде я в один ствол делала. Вот, ну ничего. Вот такие кверху уже туда. Крупненькие. Вот такие. Здесь, как сказать, уже томатов помалу. Ну вот я сетовала на медвежью лапу, что они не крупные. Ну, вверху покрупнее, конечно. А здесь вот они помельче к низу. И там он еще она. Это тоже все медвежья лапа. Вот. Ну, не очень, конечно, крупные. Но кисти неплохие. Это, конечно, лукошка. Лукошка. Лукошка, конечно, здесь все ободрано. Вон, все кисти, конечно, сняты. Сняты. Но, тем не менее, помидор еще есть. Это я показываю японку. Это японка.
Так, так, так. Ну-ка, вот здесь вот бычье сердце. Мне тоже нравится. Вот я здесь вот кисточки, которые мы вот уже все поснимали. Но здесь еще довольно. Есть, сегодня сниму. Буду заготовки делать. Вот здесь наверху такие хорошие. Вот. Вот так вот. Это как бы неплохие. А это воловье сердце. Тоже вчера такие. Будь здоров, Виктор Андреевич. Так, вот здесь это воловье сердце. Здесь, конечно, все везде, говорю, снято. Сибирский тигр вообще весь уже ободранный. Мы его первый ели. Он уже там почти ничего нету. На кусте. На кусте ничего нету. Ну, там все японка. Японка. А, вот я хочу еще показать. Вот такие вот грозди. Это рейстомейт. Рейстомейт красный мы собрали. А вот здесь еще, которая начинает поспевать. Вот такие вот. Они не маленькие, главное. Не маленькие. Ну, они мне не нравятся. Ну, больше не буду сажать. Посмотри, вот шоколад-то красивый в этом. Вот отсюда, отсюда, отсюда. Вот. Ты оттуда не покажешь. Да нет, вот отсюда. Вот с этой стороны. А вот так. Вот такие вот у меня томаты. На 1 сентября. Надо сегодня их опять поснимать. А вот здесь я, видите, смотри-ка, перепутала. Это же ведь, это малахитовая шкатулка. Представляешь, попала у меня как Марина роща. А это малахитовая шкатулка. А я считала, что это у меня три Марина роща. Вот так вот еще и сама путаю. Напутают меня люди и сама еще путаю. Предприниматели, то есть. Ну ладно, это вот банановый красный. Он не очень вкусный. Ну, как бы растет. Я тоже уже еще раз повторяю. Уже 100 раз повторяла, что я снимала все это уже. Кушать. Вот так. Вот такие пироги. Ну, вот здесь вот просадники еще можно посмотреть. Красных здесь нету, потому что я все недавно сняла. Они опять начинают только поспевать. Ну, томатов как бы много. Это розовый мед. Ой, извиняюсь, это абаканский розовый. Ну, это тоже малахитовая шкатулка. Что-то я ее насажала много. Она такая вкусная. Но она же не хранится. А там вельможи тоже уже есть собраны. Ну, там большие еще томатины. Еще не все собрано. Там тоже спеют. Так, вот здесь на днях я собрала 2 ведра красных. Ну, вот так. Ну, вот здесь вот на улице я, конечно, уже здесь все пособирала, потому что улица есть улица в открытом грунте. Но вот этот вот я не собирала. Это вот у меня идет как толстый боцман. Ну, почему-то у меня кусты, сейчас ты видишь, вот это тоже толстый боцман. Но они почему-то другие, маленько. Неужели я опять что-то перепутала? Ну, вот у меня была помидорка, мне давали толстого боцмана. Ну, и вот здесь вот еще охота показать Настеньку. Настеньку. Настеньку тоже я снимала, но не сильно много, несколько помидор. Вот так вот они начинают уже созревать. Но я их уже завтра вообще поснимаю. Там будет попрохладнее. Ну, довольно помидоры крупные. Снизу были красные. Я уже на семена там собирала. Вот. Ну, а в основном я здесь все помидоры показывать нечего. Я поснимала с улицы. Да снимаю еще завтра остатки, потому что улица есть улица. До свидания. С вами была Наталья Гелизудинова.